Добрый вечер всем-всем-всем. У нас на улице второй день дождь. Сейчас вечер. Дождик прямо в окно лупит. Вчера мы ездили в Ашан. Купила я вот такой горшочек с поддончиком. И все пять моих красивущих, молоденьких пеларгоний из... Вытащила я их из ихних горшочков, расставила и присыпала землей. Из-под редиски, у меня там редиска была, добавила полного удобрения. Здесь они у меня будут зимовать в этом горшочке на подоконнике. А хлорофитум дал цветоносы. Правда, еще они толком не зацвели, но вот такие цветоносы. Слышно вам, как долбит дождь? Чубайс, естественно, дома. Чуть-чуть погуляет и домой. Ему там сыро и холодно. А я еще сегодня пришлось принести яблоки. Вернее, вот это вот сегодня, а вот это вот вчера. Вот такие огромные 30-литровые баллоны из-под пива в магазине, вот в нашем, что рядом, взяли, открутили крышку, выпустили, там под давлением они были, пришлось просверлить, чтобы вышли остатки пива и открылась крышка. Вымыли, пропустили. Яблоки у Элси, что раньше снимали, красные, крупные, потому что у нас еще на ветках висят, а эти мягчеют. Вот эти яблоки пропустили. Потом Антоновку оставила я немножко, остальную тоже. Через соковыжималку пропустили. Пену столько, пену пришлось словить, потому что с одного баллона мы не словили пену, и она... Очень затвердела, там муж ее размешивает постоянно. Вот. И еще груши. Зимние яблоки, вот которые вот в окошко видно, сломалось-то, два сучка осталось. Вот. Они уже вроде полежали, доспели. Ну, как доспевают, они еще жесткие, твердые. Ну, в общем, к этим яблокам я добавила груш. Всего у нас ушло, наверное, ведер 7, потому что мезгу выкинули, пену выловили, выкинули. А, и еще из потопола мы достали зимние яблоки, потому что у нас там очень их много. Вытащили ящик, взяли оттуда 2 ведра, а еще ведро осталось, вынесли на улицу. Там немножко у меня Антоновки осталось. И муж досыпал на Антоновку. Это будет на пироги, на шарлотку. Там какие пироги, может быть. Вот. И в итоге, за вчера и за сегодня, мы вот 2 30-литровых баллона или галлона, как их назвать, не знаю, налили соком, добавили... Сахара приблизительно 50, может быть, 70 грамм на литр. Без дрожжей, безо всего. И закрыли пробкой и надели еще сверху перчатку. Муж еще этой изолентой заклеил. И пусть стоят. А вот это уже такая же точно 30-литровая. Стоит уже у нас
наверное, недели три. Мы палец проткнули. Вроде стала она опадать, перчатка. Пришлось ее залепить, чтобы она вот в таком состоянии была. И стоит. Зато у нас не пришлось выбрасывать яблоки, потому что их очень много было в этом году. Другое окошко на кухне, смотрю. Так, куры у меня все в курятнике. В загоне никого нету. Пойду я их закрою, потому что уже стемнело и дождик. Пойду я их закрою. Ну и заодно петушков. Я люк закрываю и дверь закрываю, потому что ночью холодно. Ну вот, пока прошла курей, закрыла, не люк, а лаз. Лаз им закрыла, дверь закрыла, петушков закрыла. И уже темно. Такая у нас погода. Темнеет моментально. А здесь меня сосед угостил своими яблоками. Похоже, у него штрифель. Падал, валялся. Наши курочки снесли сегодня 7 яичек. Одно яйцо немножко как бы кривоватое и мельче всех. И никак не можем засечь, какая же эта курочка несет его. Кончик какой-то такой. Сейчас стал еще выпрямляться, был вообще кривоватый. Вот эти все яйца крупные. Вот эта вот курочка, похоже. Муж говорит, это наша курица несет. Но я думаю, нет, это несет курица от купленных яиц. У нас не было таких белых. Они были, вернее, но они давно-давно уже убраны. Такие яички.